Брат пришел травить картошку, помогать, потому что у меня, короче, корона. Уже больше недели прокалываюсь. На жаре выходить вообще не могу. Вкус пропал только 3 дня назад, и запах тоже полностью вообще. Я тоже удивлялся, как так может пропасть. Сначала у мамы пропало. Я думал, ну хотя бы чуть-чуть должно быть, а нифига. Совсем прям вообще ничего не чувствуешь. Ешь как траву, запахов вообще ноль. Я пойду на картошку сниму. Короче, мама пошла в больницу. Она приехала уже. Пошла в больницу, так как мы поздно обратились. Коронавирус, короче, отрицательный, ПЦР-тест. Но это коронавирус, ну все уже в курсе. Теперь, короче, проверили легкие, рентген сделали. Поражение легких, неизвестно сколько процентов. Завтра надо ехать в город, чтобы узнать на КТ, сколько процентов поражено. И я завтра, наверное, в больницу тоже пойду, потому что дышать очень тяжело. Ночью вообще, утром встаешь, голова, не знаю, сосуды все забиты, ноги что-то какие-то странные, прям устают ноги, вот просто стоишь, уставший весь, отдышка сильная прям, в общем, вот так вот, завтра будет видно. Тут многие сидят, ждут, чтобы на вокзале не сидеть. Весь день не залезут, сидят на лавочках. На лавочках лучше сидеть. Вот вокзал. Вон ЖД вокзал с левой стороны. ЖД вокзалов в 2 раза больше. Дерутся. И ворона вон вдалеке прыгает. Просто так он не тупит. Надо постараться. Девка красивая на остановке с сигаретой. Аж взбесила. Ну, они думают, что это хорошо. Спать привыкли. Вот так мы сидим на карантине. Дашка тут смотрела мультик. Вчера успели мы взять арбуз, пока еще нас не закрыли. Я кино смотрю. Маму забрали только сегодня. Это она месяц болела. И сейчас еще полмесяца потеряем мы. Ой, да фиг с ним, главное, чтобы здоровье поправило. Дашка тоже болит. Хрюкает. Это здесь умерла бабуся? Не грустишь. А, нет, там же дом был.
Даша, тут уже началось страшное. Ты пропустила. Смотри. Она свет вырубила, смотри. Внимательно смотри. В тени стоит, видишь? Раз. Нету. Будем смотреть. Блин, я его не видел, что-то этот фильм. Вон справа, если страшно, смотри туда, в ту сторону. Поставили на паузу кино. Короче, замутили с Дашкой колбасы. Сейчас нарезал, она будет бутеры себе делать. Я себе сейчас пожарю омлет, сделаю с колбасой, поджарю. Пойдем смотреть дальше. Потом нужно будет опустить банки. Мама солила. Вот болеет и солит. Две замутнели, правда, банки. Ну, нормально. Даша, ты бутеры будешь делать? Ты думаешь, с кем я разговариваю? Я, короче, вон нарезал кружки. Я там штуки три возьму. Ну, ты сама потом еще отрежешь. Я сейчас соли закину и воды. А? Шоколадку? Блин, когда болеешь, сказали вообще шоколад нельзя, тем более с легким. Вон шоколадка лежит, кусочки остались. Это с орехами? А, это я вчера ел. Мне, кстати, тоже нельзя. И кружочка мне хватит. Даша, ты омлет не будешь? Ну, смотри, зря. Это все? Это что было? Даша, майонез убери. Так, заливаем чай. Ой, Дашки, что-то полный, большой на него. Ложим листья. Это листья смородины. Потом вот это мелисса. Отрави вот это тоже. И мне кинь. О, мелисса и лимон. Сейчас вот этот распотрошим туда. Так, все. Врубаем и боимся дальше. Тут он, Дашкин друг сидит. А. Как его зовут, ты говорила? О, колбаску унюхал. Да. Да? Блин, надо ему кусочек кинуть. Он же тоже должен пообедать. Ух, зверюга. Зверюга? Ешь, ешь. Удобно? Ой, все. Вчера выкопал кустик картошки проверить, она еще мелкая, вот такая картошечка. Ну как, пойдет? Дашка себе помидоры уже. Всем доброе утро. Сейчас пойду вылавливать черепаху. Она у нас там огурцы жрет. Уже задолбала, уже огурцов 5-6 съела. Сейчас посмотрю, может она там сейчас. Привет, жучка. Да? Да, да, привет, привет, как у тебя дела? Кабачки уже вон, нужно срывать уже. Здесь вон тоже, как раз молодые хорошие. Вот здесь светлые, здесь зелененькие. Вот ее когти, следы от когтей. Куда-то сюда ходит. Так. Огурцы тут целые. Тут целые. Ну и черепаха. Вот съеденный огурец. Полностью. Вот огурец опять съеденный. Все, споймал я его. Огурцы, короче, пошел поливать. Смотрю, идет к огурцам с картошки вылез.
Тут он вообще худой какой-то. Надо к соседям его обратно отнести. Пусть они его забирают. Да? Тортила ты. Ползи. Все огурцы мне, правда, перегрыз. Ему понравилось. Он в картошке живет, выходит и ест. И главное, огурцы выбирает такие мягкие, маленькие. Сейчас, пока сюда его переселили в маленькую коробочку, пусть тут посидит. Я ему вон огурцы порезал. Не стал есть. Он шел есть свежие огурцы из грядки. Вот тортилы, а? Посиди тут чуть-чуть. Крутишься. Не нравится ему, смотрите-ка. С грядочки лучше огурцы. Надо нам подсолнухи снимать уже. Они уже высыхают, вон листья, видишь, сухие становятся. Семку вытащи, одну попробуй. Как она вообще? Как какая? Их сушить, наверное, надо уже. Или они сами высохнут? Давай на брусе. Раза три хотя бы. А я утром делаю. И в обед я уже сделал. Сейчас еще чуть-чуть поделаю. А, подпрыгивай. Опс. Вот, еще чуть. Локти попробуй назад. Да я не могу. А то они у тебя в сторону. Ладно. У нас погодка такая классная. Тучки хоть начались, а то 35 уже было, во, туча. Блин, хоть бы дождик полил. Вроде начиналось, но все, кончилось. Мы хоть и болеем, но вышли поиграть. А то дома целый день сидеть тоже капец. О, пришел. А?